Всем добрый день! Сегодня мой отзыв о конфетах. Это батончики со вкусом шоколада торговой марки Конфил 1888 года. Изготовлены они в России, в городе Волгоград. Это батончики, конфеты не глазированные, с корпусом на основе жиров. Конфеты завернуты вот в такой красивый фантик. В первую очередь мне понравилось оформление батончиков, и здесь нарисован шоколад. Но потом я уже прочитала, что изображение является лишь элементом дизайна. Давайте посмотрим, что представляют собой эти конфеты. Вот такой фантик. Водонепроницаемый. Конфеты завернуты еще вот в один слой бумаги. Конфеты темно-коричневого цвета, что выдает наличие какао. Теперь посмотрим, что там внутри. Батончики очень мягкие, легко разламываются. Вот такие они на разломе. В руках разламываются и крошатся. Но что интересно, во рту потом они становятся как бы вязкими и маслянистыми. Очень хорошо чувствуется вкус какао, они в меру сладкие, совершенно не приторные, но из-за того, что они во рту вязкие, вот это у них большой минус. Еще такой нюанс. Эти конфеты лежали в тепле, поэтому они, возможно, поэтому они легко ломаются. Но если конфеты убрать в холодильник, они становятся очень жесткими. Вот эта конфета лежала в холодильнике. Давайте посмотрим. На вид она абсолютно такая же, но становится очень жесткая. Ее разломить не удастся. Она не ломается. Ее невозможно не разломить, единственное, что можно только разрезать ножом. Как видите, даже ножом разрезать очень тяжело. По вкусу она тогда становится похожей на школьные. Если помните, в советское время, может быть, даже сейчас есть, были такие конфеты школьные. Вот по вкусу они немного похожи на эти конфеты. Но тогда уже они совершенно не становятся похожими на батончики. Почему они так застывают, я не знаю. Возможно, здесь в составе есть пальмовое масло. Но я не утверждаю. Это только мои предположения. Мне конфеты не особо понравились из-за того, что они вязкие, когда размыкают. А если они полежат в холодильнике, то они становятся очень жесткими. Поэтому навряд ли я такие конфеты еще раз куплю. Но, в принципе, вкус у всех разный, поэтому, чтобы понять, вкусные конфеты или нет, вы просто должны попробовать. Если мой отзыв оказался вам полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Будет еще много интересного. До новых встреч!